В Актобе с серии семинаров прибыли специалисты национальной сети волонтеров Казахстана. Главная цель – наладить связь между местными исполнительными органами и движениями добровольцев. Волонтеров для реализации добрых дел нужна поддержка. И это не только финансы. Важно обучить активистов по самым различным направлениям. Знаниями инструментов взаимодействия как раз и делятся столичные гости. В семинаре для госслужащих приняли участие 25 специалистов из города и районов. Топ-запросов – это информационная поддержка, административная, очень важно понимать. Волонтеры также очень просят, чтобы у них была образовательная среда. ЧС очень хорошо сейчас показывает себя, ДЧС, особенно местные и так далее, которые работают напрямую с волонтерами. Два раза в год проходит обучение для волонтерского компонента, это поисковые отряды, это те, которые занимаются ликвидацией последствий ЧС, и здравоохранение, и как раз-таки образовательная среда, понимать, с какой категорией ты работаешь, например, детки с инвалидностью, нужно понимать, как с ними работать.